должны строить евразийский союз. И я считаю это абсолютно гениально, просто гениально. Конечно. В каком плане? Потому что без восстановления и создания новой большой страны на территории, там, на других принципах, другой идеологии, другой вопрос. Но без создания этого постсоветского пространства, как единого, в том числе как общего рынка, мы обречены на тысячу проблем. От героина, который будем хлебать и который клышет там в Центральной Азии, условно говоря, до терроризма и прочее, прочее, прочих вещей. Это задача, это наша, да, это задача, вот это постсоветское пространство, правильно его оккультурить, а то у нас и пока единая цивилизация. Вот а как на Западе, да. Вот, да, у них тоже же были, ну вот, например, а у Англии же была куча стран, которых они, которые были тоже как блин, не блин, ну вот странно, когда ты оккупировался. Колонизированный, просто. И вот у них они строят эти отношения. И, конечно, тоже там общество коренного населения.